Театр имени Горького. Театральный сквер. Памятник Сергею Лазо. Пушкинский сквер.
штаб пограничных войск. Ну или как-то так называется. Есть такой художественный фильм, называется «Владивосток 1918». И вот такой вот кадр. Красноармейцы выходили вон из той арки. По этой, ну, по лестнице. Вот. Скоро здесь будет классный сквер. Ну, он тут раньше был когда-то. Назывался, кажется, Матросский. Но вот долгое время он был в запустении, заброшен. В общем, восстанавливают. И будет выход прямо на набережную Цесаревича. Вот. Цирк.
Так бы ты. Сняли деревянный настил, будут что-то новое делать.